атакующим строем. Есть! Готовность 30 секунд. 30 секунд до вылазки, приготовьтесь. Наша жизнь гроша ломаного не стоит. Мы мясо. Точно, бля! Приготовьтесь, парни! Первый, снижайтесь. Отлично, первый, отходите, второй пошел. Есть! Нас атакует! Тревога! Тревога! Быстро уходим отсюда, все! Слушайте, парни, нам надо вернуться в джунгли и догнать лейтенанта! Вперед! Просто нужно быстро сейчас уходить, быстро уходить! Все бежим! Укрытие! Так, ну я добежал, остальные ребята где? Все ко мне! Все ко мне! Быстро! Конь упал, ё-моё! Так, всем оставаться на местах! Оставаться на месте! Так, мне надо как-то коня приводить чувство, я не знаю. Нам это позволит сделать? Где он? Вон он валяется. Или это Вьетконг? По-моему, это конь. Да, это конь. Ты ранен, а не убит! Орет благим матом, все ко мне. И конь в том числе. Удерживать позицию! Уходим. Отсюда надо быстро сваливать, потому что... Респятся они там валят лавиной, бесполезно. Отстреливаться. Нужно просто уходить. Так, ну все, все ребята в сборе. Слава богу. Спокойствие, парни! Спокойствие. Легко сказать. Удерживать позицию! Ко мне! Нет, сюда! Ничего удерживать не надо. Нужно сориентироваться на местности, мы где находимся. Ну, в принципе, мы находимся вот здесь. Я эту миссию один раз прошел кое-как там, с какой-то с третьей-четвертой попытки, но я ни хрена не запомнил дорогу. Я знаю, что здесь очень запутанная. Снять пулеметчика! Вьетконги! Очень закручено. Ёб твою. Так, пулеметчика сюда, прикрывать вот это направление, все остальные... За мной. Давай. Так, я возьму управление снайпером. Откуда стреляют? Вроде убрал. Мой напарник. Так, нужно подлечиться, друзья, срочно. Ёлки-палки. Сучка. Блять, очень тяжко приходится. Очень тяжко. Батяня без сознания. Значит, сопляка ложим здесь. Пускай прикрывает это направление. Так, я пошел. Откачаю батяню. Где он? Вот он валяется. За это тебе светит пурпурное сердце, солдат! Так, батяне с нами. Батяне сразу ко мне. Давай! Я пока продолжу управлять снайпером. Ребята, пускай прикрывают. Тут самое страшное и неприятное — это пулеметчики. Еще одному конец! Так, снайпер, ППМ. Ему это маты не нужны, в принципе. Я сейчас возьму управление, наверное. Кому отдать мат? У кого быстро заканчиваются боеприпасы? Быстро не заканчиваются у сопляка. Так что сопляка сейчас хватаем. И отдаем ему. Так, а у него М16, друзья. У него М16. Мы можем взять мат только за М16. Ну тогда М16 мы дадим кому? Коню? У него, в принципе, патроны не заканчиваются вроде бы. Что там у него в инвентаре? У него пистолет. Ага. За место пистолета мы возьмем французский пистолет-пулемет МАТ.
Черт подери, мы его взяли за место винтовки М16, друзья. Это тоже не вариант. Так у М16 патронов нет, друзья. Ну что это такое? Сейчас мне нужно сообразить. Значит, сопляк подберет мат только за место М16, так? У малого, в принципе, до хрена. Так, ладно, пока не будем заморачиваться, давайте аккуратненько продолжим путь. Сейчас главное не нарваться на пулемет. Вот дерьмо, мина! Отходим, отходим, отходим. Сейчас рванет. Где мины? Где-то на дороге мина, но я ее не... Ребят, ну я не вижу никакой мины. Вот вы хоть ты тресни. Оставаться на месте! Так, Батяня, оставаться на месте. Ее надо как-то зрительно обнаружить, но ее очень трудно обнаружить. Вот я вот не вижу никакой мины. Я вот сейчас вот внимательно все осматриваю. Но где здесь мина? Где? Вот дерьмо, мина! Вот здесь вот? Ага, вот она. Мигает. Ее можно, в принципе, просто выстрелить по ней из пули. Тут где-то что-то еще мигало, если мне не изменяет память. Так, Батяня, со мной. Давай! Снайперы! Сверху! Снайперы сверху. Так, молодчина, снял. Давайте, ребята, все ко мне. Все ко мне. Так, значит, мы сейчас находимся вот здесь. Справа мы вообще не были. Давайте посмотрим, что там справа карта. Справа, на правой стороне карты. Я на подходе. Так, давайте-ка пробежимся. Потому что тут есть побочные задания. Собрать те же жетоны, допустим. Главное сейчас на мину не напороться. А это очень легко сделать. Снайперы! Опять снайперы. Да что ты будешь делать? Сверху! Снайперы! Сверху! Еще один! Так, еще один снайпер готов. А вот это совсем плохо. Там где-то пулеметчик. Я его вслепую сейчас снял. Просто вслепую. Через кусты. Но снял. Здорово, здорово. И куда мы пришли? Ой, ёп. Отойдите все. Все ко мне. Отойдите от мины. Мину я сейчас расстреляю со снайперки. Тут их много, тут не одна мина. Да что ты будешь? Хрен прицелишься. Так, первая уничтожена. И вторая сдетонировала. Ну и здорово. Так, и куда мы сейчас идем? Непонятно куда, но куда-то в начало карты опять же. Мы возвращаемся. Так, тут станковый пулемет. Ну что, мы возвращаемся куда-то... Да нет, это не совсем-таки начало карты. Это все-таки не начало карты. Начало чуть дальше. Давайте проверим, что там. Потому что я хочу выполнить все побочные задания с жетонами. А вот тут развилочка, где мы были уже. Или это тупик? Так, к винтовке М16. Это сопляку. У него М16. Отлично. Так, бинты, пускай сопляк возьмет. Ну и все возьмут по комплекту бинтов. В принципе, тут все очевидно. Снайпер, комплект бинтов. Пулеметчик, комплект бинтов. То есть, в принципе, мы сюда не зря пришли. Мы пополнили запас аптечек, так сказать. Аптечками здесь являются бинты. То есть, в принципе, люди в то время обходились вполне спокойно, без медикаментов. Достаточно было перебинтовать. Ко мне! Все ко мне! Раны.
Так, ну а теперь нужно все-таки начинать двигаться дальше вперед. Начало карты мы зачистили. Еще играть и играть. Миссия длинная, не короткая отнюдь. Я постоянно буду сверяться с картой, потому что здесь очень легко заблудиться. Здесь нет полной свободы движения, но лабиринт, уровень представляет из себя довольно-таки такой хитрый лабиринт. А вот в этот тупик мы, по-моему, не заходили, судя по карте. Так, солдатский жетон, во! При первом прохождении я не выпал... Опаньки, отходим, блядь. При первом прохождении я не собрал все жетоны, потому что один из них, видимо, находился вот здесь. Так, всем стоять. Оставаться на месте! Так, а я поищу мину, где она там? Какой-то тресни, я не вижу никакой. Битфонки! Там, бля! Так, где мина? Мина где? Я не вижу ни одной мины, хоть ты тресни. Опаньки. Чувак, смотрите, это мертвый американский солдат. Он попал в ловушку, его проткнуло. А, ну у него мы и подобрали. У него вот эта ловушка его проткнула, острые колья, смазанные экскрементами. Вот, у него мы и жетон-то и забрали. Это уже покойник, к сожалению. Хоть пиндос, а все равно жалко. Ведь, в принципе, его же сюда послало правительство, не он сам сюда пошел. Ну-ка, интересно, крысу пострелить можно? Можно. Так, ладно, все за мной. Прорываюсь к вам! Ко мне! Все ко мне! Жетон мы подобрали? Подобрали. Можем с чистой совестью продолжать зачистку карты. Мат. Мат-42. Кому его отдать? Ну, в принципе, сопляку надо отдавать Мат-42. А, блин, он у него за место М-16 идет. Тоже не вариант. У него пока есть патроны к М-16. Ну, тогда пока не будем никакие маты подбирать. А, ну, в принципе, маты могу подбирать я. Я не понял. Ребят, вы хотите сказать, что я могу подобрать мат, только заменив снайперскую винтовку? Да, это совсем не вариант, ребят. Совсем. Вот дерьмо, мина! Винтовка снайперская мне предпочтительнее. Вот бинты, это вообще замечательно. Так, опять где-то по курсу мина. Всем стоять. Не стрелять! Стрелять без команды! Ко мне! Все ко мне! Оставаться на месте! Я не могу все запомнить клавиши. Так, здесь где-то мина. Нужно быть максимально внимательным. Кто-то где-то обнаружил мину, я ее не вижу лично. Движемся мы правильно. Так, ну давайте, ребята, вы нас на мину не наступите. Я не пойму, где мина. Они говорят, мина, где она? Понятия не имею. Ко мне! Все ко мне! Сейчас будет смешно, если они все подорвутся на этой мине. Нет. Оставайтесь на месте! Опаньки! Малой попал в ловушку. Черт возьми! Срочно оказываем поддержку. Помощь. Его проткнуло этой херней. Ловушкой. Так, малого привели. Твою мать, мы в полной заднице! Ну, а ты давай, как думал? Осторожнее, тут мина! Так, мина. Где? Вот я вот не вижу мину. Ее невозможно просто увидеть. Оставайтесь на месте! Я не пойму, где мина. Вот дерьмо, я обнаружил опаньки, мину. Опаньки. Вот она светится. Если бы не огонек предательский с ее стороны, хрен бы ты ее обнаружил. Вот она. Ёб твою мать. Батяня слишком близко стоял. Батяня стоял слишком близко, но слава богу, аптечки есть. Так, Батяня в порядке.
Продолжаем аккуратно продвигаться, мин еще будет много. Стрелять без команды! Мин будет много и нужно... Пулемет Егорка! Ёлки-палки, малого завалили, друзья. Так, ему помощь нужно срочно оказать. Так, я поставил пулеметчика, который, по крайней мере... Блять, вылечил коня. Мне малого надо. Я здесь! Оставаться на месте, не так, двигаться! Малой, смотреть в оба! Малой в порядке. Пулеметчик пускай прикрывает это направление, остается там. Остальные все со мной. Так, да. Коня, то бишь пулеметчика, я поставил вот сюда и правильно сделал. Вот он вот так будет простреливать. Ну а я со снайпером пойду дальше. Только опять же, он даже не видит нас. Только опять же, продвигаемся очень аккуратно. Потому что... Так, убрали двух вьетконговцев. Пленный, я вижу пленного. Только аккуратно, могут быть еще солдаты противника. Ну скажи нам что-нибудь, пленный. Вот дерьмо, что нам делать? Ну? Пиши жене и детям, что я... Эй! Ой, пипец. Какая трагедия, дружище. Ты специально нас ждал, чтобы умереть, когда мы к тебе придем спасать. Ну да, видимо так. Патроны к пистолету-пулемету М3А1. Пистолет-пулемету Батяни, ему патроны и даем. Он их подбирает. Так, Батяни. Давай! И сопляк со мной. Оставаться на месте! Батяни и сопляк со мной. Пулеметчик там прикрывает с той стороны. Бинты, слава богу, еще бинты. Их много не бывает. Кому бинты? Ну давайте. Давайте сопляку. Сопляк. Ну и я тоже подберу. Малой. Снайпер малой. Давай! В принципе, пулеметчика надо уже к нам подзывать. Ко мне! Все ко мне! Он прикрыл опасное направление. Правда, оттуда никто не появился, но ничего страшного. Дробь 12-го калибра. Это Батяни, у него дробовик. Ко мне! Все ко мне! Так, патроны к снайперской винтовке. Это мне. Солдатский жетон. Еще один солдатский жетон. Патроны к М60. Это коню. Он у нас пулеметом владеет. Снаряды гранатомета М79. Ну, гранатомет никто. Тут есть гранатомет, кстати. Но не думаю, что... Угу. Я не буду заморачиваться... Смотрите! Вертолет! Я не буду заморачиваться с гранатометом. Так, я положил пулеметчика коня. Прикрывать вот это направление. Так, а мы... Противник, мы да! с ребятами. Все ко мне. То есть продолжаем двигаться. Вот вертолет. Это, кстати, одна из побочных миссий. Так, одного пидора снял. Не, ну, понимаете, что так-то я душой за вьетнамцев. Они свою землю защищают от американских империалистов. Но играем мы в этой игре за американцев. Поэтому, естественно, я могу... нецензурно выражаться. Осторожно! Мина! По отношению к нашим противникам это всего лишь игра. Не стоит этому придавать особое значение. Так, значит, давайте малого положим, чтобы он прикрывал вот это направление. Оттуда тоже может появиться враг. А я сейчас осмотрю, где тут мины. Так, здесь какую-то ловушку я вижу, опять же. Так, бинты. Так, ну подобрал я бинты. Ладно, у кого бинтов меньше всего? Давайте посмотрим. У Батяни 10.
У меня вообще до хрена, у коня 9. У сопляка 12. Охренеть. У всех до хрена, тогда пусть Батяня поднимет бинты. О, еще один солдатский жетон. Так, бинты. А где мина-то? Кто-то говорил про мину. Но я ее здесь нигде не вижу, друзья. Никаких мин, никаких жетонов. Ну, жетон-то я один подобрал. МАТ-49. Пока он никому не нужен. Так, ладно, двигаемся дальше тогда. То есть мы выполнили побочное задание Хьюи. Разыщите разбившихся Хьюи и найдите уцелевших. Уцелевших нету, но Хьюи мы нашли. И нам эта миссия, то есть это задание... Ко мне! Все ко мне! Засчитано, продолжаем. Продолжаем изучать этот уровень. Так, ну а дальше двигаться вот только вот сюда. Только здесь опять же нужно максимально осторожно, потому что сейчас можно сдохнуть всем разом. Вот дерьмо, мина! Всем разом можно сдохнуть. Блять, отходим, мина, блять. Отходим, отходим, отходим. Так, пулеметчика ложим. Прорываюсь к вам! Пулеметчика ложим, прикрывать. Кстати, мина сейчас, возможно, детонирует от гранаты. Где там мина? Там где-то мина, друзья. Так, пулеметчик, красава. Где мина? Еще один! Так, Батяня и Сопляк за мной бегают. И это, кстати, ничего хорошего, потому что можем подорваться все разом. Блять, я не вижу мину, хоть ты тресни. Она где-то должна здесь быть. Видимо, она сдетонировала вместе с гранатой. Бросает. Кто-то из моих парней кинул. Кто-то из парней кинул гранату. Так, давайте все. На землю! Ко мне! Все ко мне! Так, мне нужно срочно сажать аптечку. Так, все ко мне, да. Аккуратно продвигаемся. Никаких мина, видимо, сдетонировала вместе. Вот дерьмо, мина! Блять, отходим! 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 Сейчас все рванете, блять! Отходим! Это было очень опасно. Так, я даже залягу, потому что иначе в нее не очень трудно попасть. Так, мина уничтожена. Прямым попаданием из снайперского ружья. Так, кто с дробовиком бегает? Даже с пистолетом. Сопляк бегает с пистолетом, друзья. Поэтому ему нужно подбирать МАТ-49. Так, подобрали пистолет-пулемет. Теперь... Давай! При обнаружении МАТ-49 будем сопляку давать именно этот пистолет-пулемет. Черт, дьявол! Без паники. Потому что КМ-16 вот у него... Вот дерьмо! Я в полном дерьме! Патроны уже закончились. А вот все МАТ-42, МАК-49 вернее, пускай подбирает. Давай! Аккуратненько двигаемся дальше, аккуратненько. Давай! Так, осмотримся на карте. В принципе, мы правильно двигаемся, поступательно двигаемся куда следует. Откуда стреляют? Не вижу.
убил его! Замечательно, молодец, мужик. Ты что ты, блядь, хуй попадешь, извиняюсь. Вот дерьмо, мина! Не-не-не, к мине не приближаться. Отходим. Так, мину нужно подстрелить с расстояния ко мне, ко мне. Отойди оттуда. Дебил. Давайте пулеметчика я с этой стороны положу, чтобы он прикрывал это направление. Там где-то мина, ее нужно уничтожить с расстояния. Вот она. Вот попробую ее увидеть. Так, мина уничтожена. Еще одному конец. Так, пулеметчика сейчас ложим вот сюда. Блядь. Так, остальные за мной. Так, продвигаемся, продвигаемся. Откуда стреляют, не пойму. Ё-моё. Ребят, я не пойму. Я не пойму, что происходит. Наших положили одного за другим. Ты ранен, а не убит, солдат. Так, строй! Быстро оказал помощь. Так, ложим его сюда, отстреливаться. Так, где-то снайпер, со мной надо одного. Так, со мной пускай идет сопляк. Давай! Где-то работает снайпер, я не пойму где. Блять, откуда стреляет? Вот попробуй разберись. Где-то должен быть секретный проход. Солдатский жетон. Мы, кстати, еще один солдатский жетон нашли. Так, здесь где-то есть какой-то секретный ход, которым сейчас нужно нам воспользоваться. Так, со мной сопляк. Я не один, это радует. Давайте попробуем его сейчас найти. Тут мы были. Мат 49, это сопляку. Давай! Да, здесь кругом трупы. Да, здесь мы были. Ко мне! Все ко мне! Нет, ко мне не надо. Батянин остается на месте. Неправильно нажал кнопку. Так, обойму. Давай! Обойму сопляку. Что-то еще одна обойма для сопляка. Ну, ему, кстати, теперь с патронами все нормально. Давай! Так, я не пойму. Там есть какой-то секретный ход, который позволяет сверху обстрелять всю вот эту вот территорию. Но я не могу его найти. В прошлый раз он был... Еще один солдатский жетон. Это вот здесь, что ли? Нет, это не здесь, друзья. Отсюда мы... изначально шли... Это не здесь. Так, снова повторяем наш путь.
запутанной архитектуры, вот реально говорю. Хрен разберешься. Мы пришли. Тут наши ребята стоят. А, вот сюда нам нужно. Ну я сопляком сейчас пойду сюда. Вот здесь вот хорошая снайперская позиция открывается. Ну и нас тоже хорошо видно. Так, сопляку оставаться на месте. Оставаться на месте! Так, а я? Не, ну в принципе сопляк. Давай! Пускай подойдет поближе. Вот. А теперь пускай остается на месте. Оставаться на месте! Вот здесь сейчас нужно поснимать всех снайперов. Их тут Вот он, вот один снайпер. Так, один снайпер готов. Осторожно, вьетконговцы! Второй снайпер готов. Но они тут есть еще. Блять, сука. Хорошо, что есть сопляк, который сейчас окажет ему помощь. Я здесь! Оставаться на месте, не двигаться! Смотреть в оба! Так, отходим от... Там еще один снайпер. Готов. Ну сколько вас там еще будет? Там я двоих снял. Наверху. Вернее, даже троих. Бинты. Отлично. Ну что, сопляк со мной? Давай! Ну что? Найти и уничтожить. Цель мы выполнили. Вы будете проводить операцию найти и уничтожить в данном районе. Вам предстоит обнаружить и нейтрализовать противника. Мы это сделали. То есть я сейчас могу подтягивать сюда своих парней. Единственное, вот найти все жетоны, это будет реально проблематично, друзья. Потому что жетонов до хрена. Попробуй их все найди. Опаньки. Кто-то при нас прям лег и умер. Я убил его! Молодчина. Молодчина. Кидал гранату! Сопляк, давай, ложись, прикрывай. Так, все остальные ко мне. То есть Батяне и Конь. Все ко мне! Батяне и Конь ко мне. Мина М18. Я представления не имею, для чего она может пригодиться. Еще один солдатский жетон. Так, ребята прибыли. Отлично, мы все в сборе. Все в сборе. Патроны к штурмовой винтовке М16. Ну... От М16 мы уже избавились. Поэтому они нам не нужны. Так, все за мной. Сопляк прикрывает это направление. Докуда мы добрались? Ну, в принципе, мы уже где-то 60% карты преодолели. Максимальная бдительность. Могут быть и мины, и все на свете. Вот это вот куда ведет? А, это вторая дорожка. Вторая дорожка, то есть обходная. Ее тоже можно пройти, потому что вдруг там будет, допустим, лишние аптечки и так далее. Если они будут, то ими нужно завладеть. Нет, ничего интересного. Мы ее пробежали, и ничего здесь интересного нет. Сопляку патроны подкинули, но сопляк сейчас занят. Нужно его к нам подтягивать. Обнаружен! Так, подлечиться. Так, сопляк к нам. Ко мне! Все ко мне! О боже, смотри, куда стреляешь! Ёб твою мать, это же сопляк. Сопляк, ну так сожри аптечку. Бля, я сопляка чуть не уничтожил. Меня угораздило оказаться здесь.
принял его за вьетнамца, но это был сопляк. Сопляк, давайте я сам лично перебинтую сопляка. Черт, он перебинтовал сам себя. Вернее, кого-то другого. Давай! Прорываюсь к вам! Так, здесь нужно... Опаньки! Отходим, отходим, дебилы, отходим! Пиздец, дебилоиды, блядь. Ну я же отверну... Я же сказал, отвернулся ко мне, то есть... Теперь нужно приводить чувство. Так, всем оставаться на местах. Ко мне! Все ко мне! Оставаться на месте! И шагу назад! Нужно поручить кому-то обезвредить эту мину. Слушаюсь! Да куда ты пошел, дебил? А, ну в принципе-то растяжка. Растяжка уже сработала. Поэтому сейчас уже тут переживать особо не стоит. Растяжка сработала. Ко мне! Все ко мне! Так, прямо по курсу пещера. Пулеметчика ложим нас прикрывать, допустим, вот это направление. Пускай он... Так, кому-то очень плохо, я вижу. Так, Батяню сюда ставим. Так, я привожу в чувство малого. Вернее, сопляка. Ну, я его так называю, малой. В игре у него кличка Сопляк. За это тебе светит пурпурное сердце, солдат! Сопляку тут патроны к МАТ-49. Так, сопляк со мной. Давай! Этих я, ребят, расположил. Есть еще один! Я боюсь, что вот здесь может быть пулеметчик. Так, ну вроде нет пулеметчика. Так, здесь очень много вкусного. Значит, бинты. Блин, по нам стреляют! Бинты. Так, пару красных дымовых. Я не знаю, для чего они могут в этой миссии понадобиться. При первом прохождении не нужны. РПГ-2 я брать не буду. Так, конь. Конь выполняет важную задачу. Он прикрывает. Значит, давайте Батяне дадим аптечки. Пару дымовых. Зачем-то непонятно. Блять, по нам стреляют! Для чего? Готов, сука! Атакуют с того направления. Сейчас Батяню положу тогда сюда. Я вас в дерьмо втопчу! Обезьяны косоглазые! Так, и давайте коня. Коней! Так, коню тоже дадим аптечку. Ну, вот таким вот образом приходится нам перевооружаться. Винты. Дымовая зачем-то. Так, сопляк где? Сопляк здесь, ему патроны к МАТ-42. Берегись, вьетконговцы! Так, этот... Так, Батяне прикрывает, да? Давай! Значит, кони сопляк идут со мной. Еще один! Так, ну что там? Мы уже, в принципе, подбираемся к концу миссии. Готов, сука! Противник, уби! Так, сопляку, МАТ-42. Чёрт!
Черт, по нам стреляют! Так, этого пулеметчика сюда ложим. Так, а мне сейчас нужно здесь аккуратно будет снять пулеметчика. Там нас ждут. Пулемет, вид гонга! Так, убрали. Так, ко мне. Все ко мне. Ко мне! Все ко мне! Так, пулеметчик, прикрывайте вот это направление. Так, малой, пускай прикрывает это направление. А я пойду посмотрю, что там в пещере. Еще одна пещера. Тут очень... Патрончики. Тут очень много вкусного. Мины Клеймор, понятия не имеют для чего и как ими пользоваться. Бинты. Бинтов тоже навалом. Так, Батяня, давай. Осторожно, вьетконговцы! Батяня, забирай бинты. Дробь. Дробь это для Батяни. Еще бинты, господи. Так, а может быть бинты-то оставить все-таки? Патроны КМ-60, это коню? Сюда. Конь. Конь, конь, конь. Конь забирает бинты и патроны. Так, и... Не понял, где пещера. Сюда. Дружище, сейчас мы к тебе вернемся. Подожди, сейчас мы вооружимся и... Подойдем к тебе, поговорим. Так, и этому тоже бинты. Все, все ребята как бы пополнили боезапас. Я не знаю, для чего мины, но давайте возьмем. Ко мне! Все ко мне! Так, и сейчас мы поговорим с этим военнопленным. Или кто там? Это раненый американец какой-то. Вот дерьмо, что нам делать? Бля, бля, не хочу умирать. Бля! И умер. Эй! Умер. Он ждал нас, чтобы умереть. Замечательно. Это уже второй такой тип. Видимо, это должно быть очень трогательно. Так, продолжаем двигаться. Аккуратно, аккуратно. Чтобы избежать встречи с минами. Вот здесь сейчас будет самая жара, это финал миссии. На помощь! Витгонги! Там, блядь! Один есть! Всех раскладываем, ребят. Черт, сопляка вынесли, друзья. Сопляк где? Им нужно оказывать поддержку. Так, ползком, ползком, по-другому никак. Перестань дергаться, так. Дятел! Сопляк в норме. Не буду, ни за что вашу мать! Так, ну что, нужно как-то прорываться. Тут где-то сидят снайперы. Наверху везде их. Много бинтов, к счастью. Не будем их экономить, по крайней мере, для себя. Что у нас по цели миссии осталось? Лейтенант Джефферсон, остаться в живых. Солдатские жетоны. Один, кстати, жетон здесь. Должен быть где-то. Так, одного надо ко мне. Пускай сопляк ко мне подтянется. Впереди противник! Впереди противник! Не стреляют, не пойму. Сопляк, ты где? Ко мне! Сопляк, ко мне! Так, сопляк, сопляк со мной. Отлично, ложим его сюда. Пускай прикрывает это направление. Черт, дьявол! Без паники.
Так, пулеметчика ко мне. Ко мне! Все ко мне! Берегись! Есть танковцы! Да ты туда смотри, дебил, блядь. Куда ты поворачиваешься? Туда смотри. Слава богу! Наконец-то! Точка сбора в 4 километрах к северу. За нами выслали вертолет. Выступаем немедленно. Кажется, мы прошли, вперед, друзья. Шевелить! Кажется, мы прошли, да. Но мы не выполнили побочную квест с жетонами, да? Дополнительную цель с жетонами мы не выполнили, да. Ну ладно, ничего страшного. Ну и раздаем очки опыта, значит. Батюни. Значит. У него там что, дробовик, что, значит, штурмовая винтовка. Медика ему прокачаем. Снайперу прокачаем. Снайпера. Пулеметчику прокачаем пулемет. А медику прокачаем штурмовую винтовку. Он у нас М16 бегает. Вот и миссия пройдена, друзья. Всем спасибо, всем пока.